Сегодня греческий парламент проведет экстренное заседание. На нем обсудят проведение референдума о финансовой помощи стране, который предложил глава кабинета министров Алексис Ципрас. Напомним, с таким заявлением он выступил накануне в обращении к гражданам. Грекам предложат самим решить, должна ли страна принять или отклонить соглашение с международными кредиторами о выходе из долгового кризиса. Греческая оппозиция уже раскритиковала инициативу премьера, заявив, что проведение плебисцита может в итоге привести к выходу из зоны евро. Лидер оппозиции Антонис Самарас призвал Ципраса уйти в отставку. Напомним, Греция ведет переговоры с Евросоюзом и МВФ об урегулировании долга более чем на 240 миллиардов евро. К следующему вторнику Афины должны выплатить МВФ 1 600 миллионов евро или объявить дефолт. Сегодня первая годовщина подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. По этому случаю президент Петр Порошенко обратился к гражданам. Он уверен, благодаря изменениям Украина в ближайшие годы будет иметь право получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Глава государства также выразил надежду, что в течение полугода соглашение будет полностью ратифицировано и вступит в силу уже в начале следующего года. Кроме того, Порошенко отметил, сделаны первые практические шаги в направлении реализации соглашения, созданы необходимые структуры взаимодействия, построен координационный механизм выполнения соглашения, ускорился процесс адаптации украинского законодательства к законодательству Европейского Союза. За год подготовлено и принято значительное количество качественных проевропейских законодательных и нормативно-правовых актов. В оккупированной Керчи обрушилась часть знаменитой Митридатской лестницы. Обвал произошел во время представления о царе Митридате, проходившем под открытым небом. Жители неоднократно сообщали местным властям о необходимости провести ремонт, но реконструкцию так и не начали. Митридатская лестница, памятник архитектуры 19 века, ведет на гору Митридат, где стоял античный город Пантикопей. Лестница насчитывает 436 ступенек. В Милане снова бьют рекорд Гиннесса. Ранее на этой неделе там уже испекли самую длинную в мире пиццу. Теперь построили самую высокую башню из кубиков Лего. Это первое, что делают все дети, у которых в руках оказываются кубики Лего. Даже если им всего лишь 2 года и они не могут ничего сооружать, они начинают класть один кубик на другой и строить башню. Участвуют и старый млад. Волонтерам помогают юные строители самых разных возрастов. Прежде всего, мы хотим вдохновить многих детей мыслить шире, мыслить масштабно, стимулировать их воображение и помочь им улучшить самооценку и понять, что просто ставя один кубик на другой, можно многого достичь. 5 дней работы и рекорд побит. Высота этой башни 35 метров 5 сантиметров. Это на 30 сантиметров выше предыдущего рекорда. Для возведения башни использовали 600 тысяч кубиков Лего.